Добрейших деньков, мои хорошие, это канал Mobile Gameplay, и сегодня я вернусь к некогда любимой всеми рубрике, а именно к топам персонажей. В отсутствие каких-либо новостей по обновлению грядущему в Injustice 2 Mobile, я решил, что было бы актуально снова вспомнить то, что многие из вас любили и смотрели некогда на моем канале. Сегодняшней гостьей станет Харли Квинн, а вернее все возможные вариации этого персонажа. И да, обращайте внимание на дату выпуска ролика, потому что к тому моменту, когда возможно вы будете смотреть этот ролик, в игре может появиться какая-нибудь новая вариация Харли Квинн, поэтому информация актуальна на день выпуска и выхода ролика. Ну что, приступаем. Ах да, совсем забыл. Также дополнительно стоит обратить внимание на то, что топ основан на голосах подписчиков сообщества, ссылку на которое я оставлю в описании к ролику, в общем, сообщество от моего YouTube-канала. Поэтому я выражаю мнение общественности. Свое мнение я скажу в самом конце ролика. Открывает наш топ и занимает 5-е место уже традиционно для такого рода роликов серебряная версия данного персонажа. Хотя, на мой взгляд, отталкиваясь от пассивной способности, серебряная Харли Квинн, но гораздо лучше, чем одна из вариаций этого же персонажа, о которой мы говорим попозже. Но, тем не менее, как я уже и сказал, наверное, потому что это всего лишь серебро, она занимает 5-е место нашего топа. Вот 4-е место занимает Харли Квинн из вселенной Бэтмен Ниндзя, и будь моя воля, как раз таки эта вариация Харли Квинн оказалась бы на 5-м месте, потому что ее пассивная способность, ну, очень уж невнятная, и проверить ее гораздо сложнее, чем проверить пассивную способность той же самой серебряной Харли Квинн, да и на мой личный субъективный взгляд, пассивная способность серебряной версии Харли Квинн гораздо юзабельнее, чем пассивная способность Харли Квинн из Бэтмен Ниндзя. Но я повторюсь, что я выражаю мнение большинства подписчиков сообщества ВКонтакте. Ох-ох-ох, друзья, а дальше все очень интересно, потому что на 3-м месте оказалось сразу две версии Харли Квинн, но я решил внести некие коррективы, потому что опрос проводился до недавних реворков, и я решил, что 3-е место все-таки займет Харли Квинн психопатка. Очень неплохая пассивная способность, которая позволяет порабощать нам одного из противников, и в конце какой-нибудь битвы эта особенность может зарешать исход боя и действительно нам помочь выиграть этот самый бой. В общем, так или иначе, на 3-м месте находится Харли Квинн и ее вариация «Психопатка». А вот с 3-го места на 2-е с моей легкой руки переместилась Харли Квинн из «Отряда самоубийц». После недавнего реворка этот персонаж действительно стал хорош, и более того, после недавнего реворка этого персонажа смогли добавить, ну, многие, скажем так, потому что раньше эта версия Харли Квинн продавалась исключительно за реальные деньги, а теперь хотя бы с шансом ее можно бесплатно достать из тематических сундуков. Да еще уж греха таить, как бы 3 пассивные способности говорят сами о себе, и действительно Харли Квинн из «Отряда самоубийц» очень неплохой боец, ну и чтобы полностью раскрыть все ее прелести, безусловно, советую собирать полный отряд самоубийц, а именно Дедшота и Чаровника. Ницу. Ну, опять же, если вам повезет их поймать. В общем, Харли Квинн из «Отряда самоубийц» занимает 2-е место нашего сегодняшнего рейтинга. Ну и безусловным лидером сегодняшнего топа с 1-м местом поздравляем мы Харли Квинн сердцеедку. Я всецело с этим согласен, потому что и на мой взгляд, эта версия персонажа на данный момент является самой лучшей в игре Injustice 2 Mobile. Причем она прекрасно будет справляться с задачей выиграть бой как в одиночку, так и в компании с персонажей из Лиги Анархии. Вот она. Королева нашего топа, сердцеедка Харли Квинн. За тобой 1-е место. Ну вот как-то так, друзья мои. Вот таким образом расположились сегодняшние места в сегодняшнем топе. Если вы с ними не согласны, welcome, комментарии открыты. Давайте делиться своим собственным топом в комментариях под этим видео. А на этом я с вами прощаюсь, друзья мои. Уже сейчас я готовлю следующий топ, и в сообществе ВКонтакте идет голосование за лучшую вариацию Супермена. Поэтому если вы хотите поучаствовать в судьбе той или иной вариации Супермена, пожалуйста, проходите в группу и голосуйте за вашего любимого.
любимчика. В скором будущем появится новый топ, но уже про Супермена. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. До свидания, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Ставьте палец вверх, подписывайтесь. И в комментариях не забудьте оставить свой личный топ персонажа Харли Квинн в игре Injustice 2 Mobile. Пока!